Як ви вважаєте тоді, хто це зробив? Хто віддав наказ або в чиїх інтересах діють силові органи? Чи вони все ж таки в межах закону діють? Тому що те, що довелося почитати в інтернеті, що пишуть зазвичай таке, ми що не знаємо, хто такий Корбан, ми не знаємо, що він робив до цього. Так, в цій країні треба відповідати по закону, але відповідати всім, не тільки Корбану, а далі перераховувати тих, про кого ви говорили. Ахметов, Новинський. Давайте по-чесному. А що Корбан зробив до цього? Ну, смотрите, это звучит, вот то, что давайте, вы говорите, так, питання дуже как просте. Ярлык и как обвинение. Кто, давайте, Корбан – бизнесмен, который вважаете... занимался специфическим бизнесом, который не приступил закон. Да, многие. Ви вважаєте, вас замовив хтось от в цій ситуації? Так, звісно, це було, ну як хто? Понятно, хто? Ні. Поясніть. Смотрите, ще після нашої відставки, в марті місяці, коли Коломойський проводив ряд встреч з президентом і, очевидно, обговорював ситуацію, зв'язану з відставкою, там даже, по-моему, заключались какие-то соглашения, я не знаю, насколько они имеют место быть, подписаны или нет, но во всяком случае кое-что я видел из этих бумаг. И там конкретно было указано, что Корбан должен покинуть пределы страны. При этом везде говорилось, ну да, конечно, он много сделал, он работал круглосуточно, все, он там, мы знаем, что он не взял ни копейки нигде, ничего. Никуда. А чему? А я не знаю. Это, ну, надо спросить. Это надо спросить у тех людей, которые это. Вот очевидно, их какой-то страх или какая-то вот. Чекайте, страх или на чем-нибудь базуется? Я объясню, на чем он может базироваться. У меня, безусловно, были личные контакты со многими командирами частей, личные контакты со многими добровольческими лидерами добровольческого движения. Да? И, очевидно, кто-то, у кого очень превратное представление обо всем этом, он нафантазировал себе, что Корбан – это вот некий человек, который может прямо повлиять на вопросы там, не знаю, вооруженного конфликта или там, восстания какого-то, или управляет какими-то батальонами, или какими-то силовыми структурами. Я уверен, что это именно отсюда идет. То есть это вот такая иллюзия, которую кто-то кому-то, так сказать, нарисовал. Она сложилась. Ведь отсюда же родились мифы про частную армию, да? Где частная армия? Где терракотовые солдаты, которые должны встать из-под земли? Где они? Вы про правый сектор? Про всех. Я помогал не только правому сектору. Это все батальоны. Все батальоны МВД, чтобы вы знали, начиная Днепро, это был первый, Артемовск, Донбасс, Луганск-1 и другие батальоны, они все формировались в Днепропетровске. То есть кто бы что ни говорил, более того, их приписывали официально к МВД, к УВД Днепропетровской области на момент формирования. Давай на правый сектор. Правый сектор, он же ж не имеет статуса. Ну и в принципе, то, что відбулося... Фактично паралельно з вашими подіями, там Дмитро Ярош більше не керівник правого сектору. Я не бачу тут взаємозв'язі. Не бачите. Так? Так, все ж таки, хто та людина, яка вас замовила, прізвище ви таки не сказав? Ви хочете, щоб я сказав Порошенко? Угу. Це президент України Петр Олексійович Порошенко. Я считаю его заказчиком этой ситуации, исполнителем этой ситуации. Другое дело, что, может быть, я не знаю, его погрузили в какое-то информационное поле, да, его окружение, прежде чем он принял такое решение. Ну, я считаю, это неадекватное решение абсолютно. Но решение принимал он, безусловно. А кто исполнял и погружал его в это информационное поле, это вот некий такой круг, да, вот там, возле президента, так же, как и возле любого лидера, я сейчас назову, есть голуби, есть ястребы. Да? Ну, то есть голубями я считаю, например, Ложкина, да, там, того же Березенко, это голуби. Тот же Ковальчук, это голуби. А есть ястребы. Это, например, Кононенко.
Да, это, например, какой-нибудь там Гладковский, а-ля Свинарчук. Ну, то есть бизнес-крыло такое, да, которое более радикальное и понимает, что с конкурентами надо расправляться радикально и жестко, как в бизнесе, в общем-то. С политическими конкурентами? Ну, в данном случае с политическими, да, конкурентами. То есть раньше, ну, как бы, я же так понимаю, они бизнесмены, и поэтому у них есть такая хватка, соответственно, поэтому они, я считаю, их ястребами. Плюс силовики, которые в силу своей полной некомпетентности, вот вообще отсутствия компетентности, да, они могли рассказывать небылицы. Да. Например, даже я слышал такую небылицу, которую они озвучивали, о том, что я наркозависимый. Очевидно, они не могли понять, почему я могу работать сутками. Не, ну, знаете, наркозалежність — це не злочин. Не, ну, я не знаю, это не так, потому что якщо ви торгуєте наркотиками, це злочин. Я готов здати кров, ногти, волосы, я не знаю, що там, мочу, кал, публично. Що хочете, можете здавати. Я кажу, що якщо ви алкоголік або наркозалежний, це ваша особиста справа. Якщо ви торгуєте наркотиками, це є злочин. Я просто говорю об уровні інформаційного поля, которое формируется вокруг первого лица. Понимаете? Вот если ходят даже вот такие разговоры, я не могу вообще понять основания, где они берут подобную информацию. Или, допустим, там есть масса информации. Почему они сделали именно вот такую вот операцию, достаточно дорогостоящую, да, с вертолетами, с кугуарами, с бронемашинами? Очевидно, некое вот это окружение, оно формировало мнение того же президента, что тут вас будут оборонять, что тут будет оборона, что тут частная армия, что тут будет отстреливаться, что тут, потому что снайперы сидели, кугуары перекрыли все, ну, 4 или 5 кварталов города. Они просто напугали жителей. Ради меня? Зачем? Я бы сам к ним приехал. То есть я считаю, что принимал решение. Заказчик, ну, наверное, заказчик, не знаю, наверное, всегда есть заказчик. Это что вам будут предъявлять, або предъявляют? Да. Це ситуація з Рудиком. Yeah. Да? Ви ж не приховували, що ви відправляли Рудика. Неприязні, ні, не прятали. Лічно неприязні. Ні. Власне, ті дії, які були вчинені. Тобто вас же звинувачують не в тому, що у вас особиста неприязнь до Рудика, а те, як він приїхав в Дніпропетровськ, а ви в силовий спосіб відправляли його на фронт. Ну, это была такая шутка, это больше... Ну, для него это не жарт, в принципе, вы видите, есть подставы, да нет, говорите, выкрадение людей. Да это никто вам никого... Звинувачивают вас в выкрадении людей. И да. Без отрудиком как раз той базовый, по якому вас в этом звинувачивают. Нет, это не единственный базовый эпизод, в котором... Я далее буду ускладнивать, чтобы вы понимали. Да, я просто хочу, чтобы вы понимали, что происходило в марте-апреле месяце, да, когда тут формировались. Я помню, все помню, я думаю. Здесь нет, вы... Наверняка помните, но в любом случае я находился внутри этого процесса. И тогда, начиная вот март, апрель, май, июнь, когда уже начались активные действия, и наши солдаты начали попадать в плен, я вам скажу так, мы очень активно, СБУ сотрудничало с добровольческими батальонами, с правым сектором, очень активно. Служба безпеки Украины. Да, конечно, это была активная сторона. Та, яка пришла потім до вас. Ну, конечно, да. В том числе Грицак лично, и я с ним сотрудничал, в том числе по обменному фонду. СБУ занималась похищением людей. Это факт. Если вы думаете, что это не так, то это именно так. СБУ занималась, я утверждаю это абсолютно компетентно, что похищением людей занималась СБУ, занимались добровольцы, занимались различные вот подразделения, да, в разных целях. Я вам скажу, в разных целях. Кого выкрадали? Смотрите, были такие вопросы. Вот у нас каждый день в администрации по этому поводу всегда был повод встретиться с кем-то из силовиков местных, да. Там где-то в Петропавловском районе пропал начальник милиции. К нам приходили, говорили, надо как-то с кем-то связываться, кого-то искать. Пропал человек, его жена сидит там. Какой-то пропал чиновник из юстиции где-то в Павлоградском районе.
То есть многие добровольческие соединения, которые были и базировались вот на окраине области, они в какой-то период, ну, не все же сознательные люди, да, там были. То есть, понятно, мы их кормили, мы там помогали им в быту, но мы же их не обогащали. Да? То есть люди пошли защищать родину. Они пошли не за обогащением. Мы быт им обеспечили. Да? А вот обогащение, ну, это как бы не наша была прерогатива. Безусловно, были такие случаи, когда они сами наводили, так сказать, справедливость в том или ином месте. То есть к ним приходило население. Тобто в їхньому розумінні. Да, да, самосуд такий відбувався. Да, такий самосуд. Они приходили. Я вам скажу, що були избиения, була стрільба, було багато всього здесь. Это просто невозможно даже вот рассказать. Давайте до Рудика повернемся. Да, вот еще раз. Вот смотрите, то, что касается Рудика, я вам абсолютно четко расскажу, могу рассказать, как это было. Да? Было это таким образом. В течение полугода есть такие должности, согласно нашего законодательства ущербного, которые имеют так называемое двойное подчинение. Как осуществляется по закону? Областная администрация делает подання, а министерство их либо согласовывает это подання, либо нет, либо отклоняет. В этом случае, если отклоняет, то областная администрация делает повторное подання, либо на того же человека, либо на другого, ну и это как-то решается. В нашем случае мы действительно обеспечивали здесь вот такую ручную децентрализацию. Да? Мы не давали возможности чиновникам из Киева, как раньше они звонили по желтому телефону и говорили, вот к вам сейчас придет такой человек, подпишите на него. Ну, там с Киева прислали Рудика. Да, нет, не так было. Полгода мы добивались, чтобы нам назначили начальника областного земельного агентства. Давали подання в течение полгода несколько раз. Разных людей. Нам никого не согласовывали. В один прекрасный момент мне сообщают, что приезжает господин Рудик, глава госземагентства, представлять какого-то человека. Я говорю, а как он может представлять, если мы не давали подання на этого человека? И мало того, что он приехал, он еще в администрации, в зале администрации, назначил совещание с руководителями районных земельных агентств. Ну, как бы представить, вот, ну, демонстративно, да, так вот, вот прямо у нас в здании, представить человека, на которого мы не делали подання. Некоего господина Чувпыла, да, если вот так вспомнить, я помню его. Я ему сказал, что ты здесь никого назначать не будешь. Только по договоренности. На ты вот так. Может, на ты, может, на вы. Ну, молодой парень, я так разумею, что на ты. Ты, может, на ты. Да, собственно, не вижу в этом ничего такого. Во многих языках проходит Рудик, да, вы кажете, да. Ты тут никого призначать, да, никого не будешь назначать, либо по договоренности, так как этого требует закон, либо твой человек не будет работать здесь. Вот он не будет, и все. Ну, потому что так не делают. То есть, либо мы должны узгодить одну кандидатуру, либо нет. Все, то есть, у нас получилась ссора. Присутствовал прокурор, присутствовал, он вызвал, то есть ссора такая была очень шумная, прямо это мы там зацепились, так, ну эмоции, обычные мужские эмоции. Ну, с матюками, я говорю. Да, с матюками, да, ну окей. А он вызвал прокурора, вызвал там еще кого-то, да, там СБУ вызвал. То есть все это происходило на глазах у этих чиновников, вся эта ссора, на глазах у этих людей, которых он собрал. В том числе для представления нового начальника, да, госземагентства. После этого, собственно, ну, поссорились. Все, он перешел в здание областного совета и там провел это совещание со своими подчиненными. После чего. Вот вы все детали эти рассказываете. Да. Все ж таки, как відбулося, что его. В якийсь спосіб доправили, змусили написати. Да ніхто його взагалі нікуди не направляв, Ром. Ну, ну от перестаньте жити ілюзіями.
Ну вот давайте, никто. Ну это был такой, вы знаете, пиар-выход, да, не больше. Ну а что же он тогда написал? Добровидно? Ну написал, его он был оскорблен. Я не знаю, что он написал. Меня еще пока не знакомили с его, с его показаниями. Да? Не, то, заяву что... написал, чтобы ехать на фронт, чи что? Что вы измусили? Да ничего, он не писал никакую заяву. Он потом спустился к Березе, ага, командиру батальона Днепр. Есть фотографии, есть свидетели. Это было в здании администрации, ни в каком не подвале, потому что в здании администрации нет там подвала. На первом этаже я могу показать этот кабинет. И бухал с ним всю ночь, а потом поехал к нему ночевать, вот и все. И ночевал он у него дома. Ребят, ну вот так вот все. Это был такой, знаете, ну вот такой вот, такая вот была шутка. А он же говорит, что его там связали, да, упаковали. Ну хорошо, да, мешок одели на голову, правильно? Где? Прямо в администрации при прокуроре? Или в облсовете? Я не знаю, меня не было, я же вас запитую. Он был на первом этаже. Я прокуратуры, причем, и да, СБУ. Он был на первом этаже, находился у Березы, есть фотографии, они там ленты пулеметные держат вот так вместе. Я еще зашел туда, вниз, когда он был, вот так протянул ему руку и говорю: Сереж, не обижайся, ну поругались, поругались. Давай как бы по-нормальному. Ну поругались, бывает. Он пожал мне руку, там предложили они мне выпить, но я не пью. Я говорю: вы отдыхаете, я пошел наверх. Все, вся история. Не пьете, а Филатов тут у вас фотографовался с плешками. Филатов иногда может выпить, я не пью. Я не пьющий. Yes. Я не переношу алкоголь. Дивіться, я про наркотики не питатиму. Да, это бесполезно, потому что могу сдать публичные анализы. Дивіться, є другий епізод, який теж, це, я кажу, ми зараз про дрібнички навмисно говоримо. Другий епізод, коли ви кидали, де це було, записні книжки? Да, кинув. Де це? Это было в территориальной избирательной комиссии. Помещение, ну, и вы территориальной избирательной комиссии. Я расскажу, как это было. Только кинул я не в члена комиссии, не в председателя комиссии эту книжку, а кинул я в господина Нестеренко. Я вам могу по этому поводу рассказать очень интересную историю. Если хотите, эксклюзив. Никому никогда не рассказывал ее. Держал до определенного момента. Интереснейшая история. Кто такой господин Нестеренко? Это народный депутат от блока Петра Порошенко. Сейчас. До этого он был заместителем Александра Вилкула в обладминистрации. Занимался сельскохозяйственным бизнесом. Держит здесь мукомольный комбинат большой. И на базе создания создал такую монополию хлебную. И отжимал хлебзаводы у людей. И создал такой вертикальный холдинг. То есть они брали зерно в этом государственном фонде закупочном, да, направляли его полностью на Днепромлын, а дальше через отпуск муки, а у хлебзаводов очень трудно с обороткой, они фактически отжали штук 5 заводов по области. Нестеренко с Вилкулом. И когда мы пришли, я ему сказал: знаешь, пиши заявление, иди отсюда. То есть ты работать не будешь, естественно. Мы когда пришли, он еще работал замом в администрации. Тогда уже у Колесникова, то есть он по наследству пришел. Он как бы патронировал схему зернотрейда всего и так далее. У него в Новомосковске приличные хозяйства. И в бюджете, я еще поймал даже кредиторку эту, за бюджетные деньги эти земли орошались. За бюджетные деньги. Я разумею, что он не нес витрат. Ну, конечно. Вот. Я не платил, я эту кредиторку принципиально не платил. Я просто расскажу. И я увидел господина Нестеренко. У меня с ним есть определенная история. Могу ее рассказать. Почему? Эту книжку я кинул в него. После того, как он губами мне показал. У меня с детства есть определенная реакция на подобные. Камера не зафиксировала Нестеренко, камера зафиксировала вас, да, який кидає книжки. Там есть много камер. Далі, там были много камер. Я не бачив багато камер, я бачив тільки, як ви кидаєте книжки. В принципі, далі можна вже додумувати, що ви нанесли там тілесні ушкодження пану Нестеренко. Книжка. Може, в ньому, не знаю, струс мозку від потрапляння. Не отказуюсь, кидав книжкою пана Нестеренко. Ну, тетерук пляшкою потрапив в кужель, і в неї струс мозку, розумієте? А тут да, ціла книжка. Це була книжка в м'якому переплеті, я хочу обратити. Ви кинули дві книжки.
И одна і вторая була, одна і втора була в м'якому переписі. Це книжки, це записні. Я просто не знаю, хто там господарі записники. Ні, це був кодекс. Ні, це був кодекс. Да, це був кодекс. Це був збирательний кодекс. Як жваво летіли, значить, кодекси, да, на Нестеренка. Да, в Нестеренка летіли. Я не відказувався. Це хуліганство. Хуліганство, да. Адміністративне нарушення. Готов відповідати по закону. Дивіться, ви згадали про те, що СБУ викрадали. Ви що мали на увазі? Що вище керівництво держави знало про ці викрадення і санкціонувало? Не просто, оно цих людей держало в определенних містах, вони їх процесуально не оформляли многих, щоб ви знали. І більше того, я не раз у Грицака лично брав обмінний фонд і передавав його той стороні, вимінював на наших ребят. Це було неоднократно. І об этом знають многие люди, в тому числі Рубан, который, для которого ми організували місію офіцерський корпус, так називаємо. Ну, все обеспечили для того, чтобы они функционировали. Это был единственный человек, с кем... Тобто це все поза законом? Так у нас что, не СБУ, у нас штазі якесь? Смотрите, это война. Давайте вот уберем... Знаете, мы не можем воевать по закону. По закону не воюют. Когда начинается война, законов нет, законы не работают. Здесь была война. Может быть, здесь юридически не была оформлена зона антитеррористической операции, да? Как, допустим, в Харькове и в Донецкой, Луганской области, да, но фактически Днепропетровщина являлась зоной АТО. Запорожье являлось зоной АТО. Я считаю, что и Херсонщина является зоной АТО, ну, если уже так говорить. Да? То есть это там, где непосредственно, в непосредственной близости находится противник. И здесь были разные вещи. Происходили абсолютно разные вещи, которые не то что не имеют ничего общего с законом, и в принципе ничего не имеют общего даже с теми конвенциями, которые регулируют какие-то взаимоотношения при воюющих сторон. Да? Есть же конвенции, там какие-то, не помню, Женевские и так далее. Да? То есть ничего общего, это война. И поэтому законы здесь не работали. А я хочу напомнить, что ну, если кто-то не обозначил статус этого конфликта, это не значит, что этого конфликта не было. Он де-факто был. Ну, дивіться, ви зараз, более того, я хочу акцентировать внимание. Вот вы говорите все время про закон, Ром. Я хочу акцентировать внимание. Есть такое понятие, как действие в ситуации крайней необходимости. Оно прописано везде, кстати, в законе. Это действие в ситуации крайней необходимости. Это я имею в виду, если вам говорят, что выкрали... Рудика, так? Що ви викрали Рудика, ви ж за законом тоді можете подавати так само прокуратуру, що відбувалися незаконні викрадення за законом. Тобто говорити, для, що ось воно було. Що, якщо, ну, знаєте, це як-то вийшло, да, асиметричний відповідь, що ли? Тобто, ні. Ні, ну вас, від вас не вимагають відповідати за законом, нібито, ну, да, так? Да. Чому нібито? Тому що адвокати ваші відпрацьовують. І те, що ми з вами зараз говоримо у вас вдома, це результат роботи адвокатів. Ні, це правда. Це не результат роботи адвоката. Слухайте, ви не знаєте, як судові рішення виносяться в країні? Знаю, звісно. І що зупиняло суддів? Виносити ті рішення, які були б вигідні, умовно кажучи, замовнику? Смотрите, на суд було давлення. Просто так. Але судді чомусь не піддалися тиску. Ну, я вам скажу, чому. Я вважаю, що велику роль зіграло общественне мнение. Да, 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 зіграло. Я вважаю, ну, почему? Слухайте, наличие средств масової інформації і, безусловно, наличие фактажа. В якому суді це відбувалося? Вначале в Черніговському. А потім? В Печерському. От. І тут ми повертаємося до історії Печерського суду. Да. Преса і пряма трансляція була на суді Юлії Тимошенко. Навіть наметове містечко стояло, за вас не стояло наметове містечко на Хрещатику. Ви кажете, ну, там, суспільство, медіа. Ніколи це не було фактором, який стримував би суди від рішень, які вони виносили. Навіть коли ваша справа в Печерському суді розглядалася, то сказали, ми не здивуємося, якщо повернуть Кирєєва. Ну, писали про це, так? Тому що все можливо. Але чи судді, в них прокинулося сумління, чи, ну, я не бачив ніякого тиску з боку медіа або з боку громадськості насправді в цій ситуації. Не було пікетів, не було акцій протесту.
суцільна увага преси так була. І це висвітлювали всі достеменно, довго і так далі, як до серіалу ставилися. Почему судьи приняли? Я вам скажу, дело в том, что в любом суде, вот особенно вот в таких судах, как Печерский, там, Голосеевский, например, Шевченковский, есть судьи, которые реально на крюке у администрации президента. Или у каких-то прокуроров, там, не знаю, СБУшников. Вот реально на крюке. Ну, где-то их там подловили на чем-то. Uh-huh. Да? Естественно, мы полагали, что, безусловно, суд будет вести такой судья. Но потом, проанализировав информацию, не сразу, потому что сразу мы заявляли отвод этой судья Цокол, по-моему, да, не помню. Потому что мы были уверены, что, в общем-то, они все заряжены. Вот. Но мы поняли, что вот именно эта женщина, она не на крюке у них. И поэтому принимать она будет решение исключительно, вот, исходя из каких-то своих внутренних там, так сказать, соображений, да, и исключительно из того фактажа, который у нас был. Безусловно, мы интеллектуально готовились. Мы готовились интеллектуально. Я просил адвокатов готовиться достаточно, ну, будем так говорить, внимательно. И факты были не на стороне следствия. Вот фактаж весь, и так как были оформлены бумаги, а бумаги у них были оформлены в стилі епістолярного жанру, описательна історія. Ну, це всі стали свідками цього всього. Ну, да. Тобто тут не треба фантазію включати, факти є факти, те, що да. Зафіксували камери в суді, це те, що вони змогли там побачити. Дивіться, ви згадали про Рубана та, і про обмін полоненими, але Рубана приписують в сферу обертання Медведчука. У вас з Медведчуком які взаємини? Ніяких. Я думаю, а Рубан тоді це я, як? Я б, скоріше би, зараз більше до Ліцака приписав в сферу, так сказати, дружественних Медведчуку людей. Я вам навіть розкажу такий случай. Один раз Ліцак как-то мені позвонив із зони АТО на мій телефон, ми з ним созванювалися і передав трубку Медведчуку. Тобто вони вместе їхали в машині, вместе что-то там делали. Вот, и он реально передал трубку, я поздоровался, говорю, Виктор Владимирович, да, ну, я говорю, приветствую, я говорю, я знаю, что вы там занимаетесь с Василием Сергеевичем вопросами обмена, можно нам какую-то часть обменного фонда тоже дать, потому что у нас есть свои какие-то возможности для того, чтобы вытащить людей. Но они, у них было так очень дружественное общение. Насчет Рубана я скажу так, когда-то, мне тоже говорили об этом, что он когда-то был до всех этих событий, где-то попадал в сферу влияния Медведчука. Но вот в тот момент, когда мы работали совместно, я вообще этого не увидел. И не почувствовал никаким образом. Я не видел никакой связи особой. Ну, наверное, не знакомы. Наверное, не знаю. Меня это не интересовало. Меня интересовало в тот момент его возможности. Возможности Рубана. В том, что с ним разговаривает та сторона. И в том, что он иногда за одного привозил 20. А потом пришел на выборы. Может быть, да. А я вам скажу, его тоже можно понять. Его постоянно считали сепаратистом Рубана. Ну, латентным сепаратистом, я бы так бы это сказал. То есть у меня была масса разговоров с... Был такой зам, не знаю, есть ли сейчас... Яким? Нет, не Яким, Якименко то. Ой, господи, я забыл уже их фамилию. Якимчук или что-то в этом роде. И у меня была проблема. Проблема заключалась в том, что Рубану периодически СБУ обнуляло разрешение на пересечение так называемой границы, да, Украины и этих республик. Сепаратистских. И я звонил неоднократно Грицаку, другим замам, я не помню, как его фамилия, то ли Ермоленко, то ли что-то в этом роде, не помню фамилию, и просил ему продлевать эти разрешения. И мне не каждый раз говорили, ну вот, ты понимаешь, вот он явно какой-то латентный типа сепаратист. Вот. Слушай, не бачу логики. Грицак, який спілкується з Медведчуком, Путіна. Смотрите, это...
і Рубан – латентний сепаратист. А хто тоді? Тут Медведчук – не латентний сепаратист? Я об'ясню, в чому логіка. Дайте можливість об'яснити. Відкритий сепаратист? Чи я не знаю, яку просто лексику застосувати. Так, я теж не знаю на самом деле. Кум Путіна. Вот. Я об'ясню логіку. Когда прийшла команда Грицака в СБУ, да, мы уже были глубоко в материале. В материале по обменному фонду. Глубоко. Я вам скажу, что у добровольцев были там свои какие-то заначки по обменному фонду. Да, у них там были свои возможности содержать сепаратистов. Да. Это война. Которых мы брали, Рубан их забирал, мы их обменивали на наших ребят. Заначки. Це в аеропорту Маріуполя, там і повсюди. Ні, не в аеропорту Маріуполя, це в інших містах, неважно. Я не знаю, де, я їх не посещав, ці міста. Да. Вот. Поэтому... А що ж я тоді бачив в аеропорту Маріуполя? А що було в аеропорту Маріуполя?